Чё улыбаешься? Так. Интересно. Стоять. Допустим. Допустим. Так, допустим. Ить, подыть. Так. Так. Здрасте. Когда женщина подходит с оружием наготове, не мудрено занервничать. Тебе да, мне нет. Вот сколько этот мусор должен валяться, чтобы наконец-то дай. Ладно, уговорили, это все заберу с собой. Продам кого-нибудь. Осу какого-нибудь. Я не против. Я у вас это украл, я это... Да, как... А то я чувствую, они никак это не уберут. Поможем им. Будем поддерживать этот гребаный город в чистоте. Итак, ты... ладно. Кстати, по статистике я смотрел там. Мало какие люди, которые играли в Skyrim. Именно спали. Пока. Ну, именно ложились спать, чтобы подождать. Они именно вот таким вот способом ждали. Так, в общем, в Скайриме, если не ошибаюсь, да, примерно 5 секунд, минута проходит. О, стоять! Ты умеешь клинки, шлемы, практически все необходимое. Стоять, не рыпаться. Я худеть. Так, ага. Какие одежды? Разные отмычки. Погляди. Стоять, я у тебя отмычку хочу купить. Чё, отмычек нет у тебя, да? Если что понадобится, загляни в магазин. У нас, кстати, интересно, какой-то вампир может ходить по это... как его звать там? По улице не, даже не подгорать. Никак. Даже здоровье не убавляется. Может, потому что я в броне. Может, потому что так сделано. Хотя, если бы мы умирали бы, тогда бы это было бы очень хардкорно. Даже для Скайрима. Кстати, недавно, ну не то что недавно, где-то я 2 года назад подсел на Dark Souls. Вот где-то вчера начал его перепроходить. Кстати, интересно, весело. Меня стали ковать не... Да, мальчик, я слышал, что ты дорос до соратника. Я могу сделать тебе любое оружие, какое захочешь. Лучшая кузница в Скайриме к твоим услугам. Так, я предпочитаю... топор. Вот это мудрый выбор. Легкий, мощный, действенный. Раскрои за меня пару черепов. Да как нифиг делай, господи. Мне нравится... Так. Слава богам. Такой, такие мысли, блин, сколько у меня лет это дерьмо никто не покупал, где этот топор?
Это я чё сделал? Так. Угу. Ты тут оставайся, никуда не уходи. Да. Вот этот я бы упыхнулся. Да и сейф так. Нормально. Находится. Так, где эта бабёна? Должна была появиться. Можешь прогружается. Нормально. Самое интересное. А, вон на. Тихо. Иди сюда. Осторожно. Я худею. Лучшее оружие и броня. Я худею. Иди сюда, я похудею. Так, продали. Иди. Если что понадобится, загляни в одно место. Ты кто? Поговорить со старой женщиной. Не хочу. Сделать свое доброе дело. Все. Я не хочу. Я со старыми шмарами не общаюсь. Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голод. Ну подумай, жрать охота, ну. Я ж не говорю, что какая-то ты страшная бабёна вообще. Да, кстати, интересно, все время хожу. Да это... Да заткни хлебал наконец-то, а! Так, надеюсь, этот старый хрыч еще на месте. А где этот старый хрыч? Старый хрыч, ты где? Ты куда ушел? А где этот старый хрыч, а? Не, конечно, все понимаю, но... Куда он делся? Интерес он проживает, а? Ладно, подождем. Ну, проблем... Во! Стоять! Стой! У меня стали ковать. Стоять! Да, мальчик, я слышал, что ты дорос до соратника. Стоять! Я могу сделать тебе любое оружие, какое захочешь. Лучшая кузница в Скайриме к твоим услугам. Так, к секиру. Секиру! Ты сам из Грамор. Так, стой. Слава богам. Ты не думай, я сейчас у тебя посмотрю там что-нибудь интересное. Небесная стальная секира. Так. Стальной боевой. Стальной. Чего оружие у тебя? Понятно. Оружие. На тебе эту хрень, а мне, пожалуйста, вот это вот, окей. Так, а в разном у меня отмычки. У тебя отмычки, кстати, есть. Нету. Значит, знаешь, что? Иди в жопу. Так. Так. Вот так, аж. Ну чё? Кто кого? Кстати, а у тебя чё за хрень? Я прямо за тобой. У тебя какая-то знакомая хрень. А. Я к твоим услугам. Так, чё-то знакомое. А, стальной боевой топор. Показывай дорогу. Ща укажу. Кому попал? Блин, а мне надо вон, вот какой-нибудь пледевочку сгонить.
Кстати, интересно, у него большой гигантский камень души есть. Подвинься. Подходит с оружием наготове, и мудрено занервничать. В твоем су. Да ладно. И тут трупы до сих пор валяются. Ладно. Сейчас. Так, надо скрывать. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Так, скрываем преступление. Против. Поглядывай в небо и будь настороже. Темных эльфиек. Зовут ДВ. О, теперь там какой-нибудь некрофил. Залезь, там поселиться. О, кстати. Вкусные припасы. Сходи в лавку к Белитору. Он скользкий. Кстати, насчет Белитора. Надо будет сгонять кое-что у него. Под... В общем, взять. Попользоваться. Его башкою. Парам, 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 пам, 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 парам, парам, пам, пам, парам, парам. О, здравствуйте, здравствуйте, бомжи. О, Бог, кстати, к тебе. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим велик. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Да мне пухер. Так, так. Нате, 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 на. Зажрался, что я? Так, уйди. Большой. Великий. Денег нет уж. Пришел, денег нет. Все. Закончилось. Окей. А чё это? А чё это мы такие... злые-то, а? Что ж такими злые-то? Ну, знаешь, я тебе раз у тебя оторву. Есть способности, советую посетить коллегию магов в Винтерхолде. Ну, не знаю. Не знаю. У меня нет способностей дающихся. Так, кстати. У меня есть что-нибудь такое? Нету. Блин, эко куда? Ну, давай зачаровывай. Так, предмет. Небесная секира. Зачарование. Захват душ. Магия тихих лун. Поглощение здоровья. Урон запросил. Урон огнем. Урон холодом. Урон электричеством. Давайте-ка урон огнем. Так, камень души. Создать, да. Очень достойно. Немногие способны на такое. Так. Арбалет сейчас тоже. Чисто. Так, под дунами носится противник. Поглощение 6 из хп. Давайте-ка. Чё бы нет. Так, камень душ. Создать. Так, давайте-ка. Золотое ожерелье. Сил здоровья. Мои. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать. Так, заткни хлебало свою. Склинание, скрытность, переносимый вес. Камень нет. Да. Чё надо? Я тебя что-нибудь свистнуть хочу. Так, где этот? Пукан свинич. Где этот старый пердун? Где старый пердун? Куда его дели?
Ладно. Отец говорит, я пока мал для меча, так что дерусь на кулаках. Ради интереса. Ладно, по стандарту. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот он. Я служу управителем у ярла. Ярл объявил награду за головы некоторых разбойников. Вот, здесь все подробности. Так. Взгляни. А вот. Я срад. И, кстати, не забывай... И что же ты желаешь приобрести? Мебель для спальни. Хорошо. Я договорюсь о работах. Сделаем. Хочешь купить что-то еще? Так, замените его химическую лабораторию на детскую. Нет. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Лидия! Это... Сейчас пикап мастер. А, у меня, оказывается, не надет тут, понял. Ладно, мне это нафиг не нужно. Если продать не могу, хотите, смогу потом продать. Тамурет Талос. Ай, чё не могу. Чё квестовый предмет нельзя выбрать? Вы чё, охренели? Да хранят тебя боги. Слышь ты! Что тебе нужно? Если ты не против, нафиг. Меня ждет мой город. Я против. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Нет. Я такой хрень не занимаюсь. Так. Пам-парам-парам-пам-пам, да. Так, найти... Блин, фьеляги. Так, так. Так. Кажется, хризвантит на круга стеку котелкану. Ладно, давайте отнесем. Чё ты сказал? Слышь ты. Ща, пора я сохранюсь. Ну, ты понимаешь. Ну что, уходи! Сдох! Не! Мелкая, ты тоже можешь сдохнуть. И ты сдохни. Давай, что думаете о вас? Сдохни, тварь. И ты сдохни. О, кстати, у меня великолепная идея только что образовалась. Сейчас его и увидим. Если меня никто не забалит, ну что, сейчас вы увидите. Здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Так, тихо. Никого-то нет. Просто у меня такая интересная идея появилась. Ай, так, отлично. Так, никто не видит, никто не видит, никто не видит, нормально. Трансформейшн, ёпта. Ну чё, ёма? Так, главное Лидию, чтоб не убили, остальное не тревожится. Да ну я ж! Так нормально, господи. На тренировках бывало и так. Лидия, ты жива.
Такс. Да ну, проблем сейчас вообще так.